Здравствуйте, мои хорошие. Время час ночи, но нужно поухаживать за цветочками. Время выдалось свободное. Вот хочу на фитильном поливе вытащить клубешки. Так, вот смотрите, здесь это была моя сиреневая глоксинья. Вот все, она уже отцвела. Здесь уже я срезала бутончики. Вот сейчас будем клубень выкапывать. Так, здесь вон какие корешки длинные. Так, будем вытаскивать. Так, хочу показать. Вот грунт вот такой здесь мокрый. Я поливала, потому что все равно. Сейчас посмотрим. Опять скажут, я листики бросила. Но у меня они есть. Куда мне их столько? Листики есть. Вот, смотрите, мои хорошие. Кто опять будет говорить, что клубни мокнут, гниют? Ой, руки у меня грязные, вы уж простите. Вот, смотрите. Он какой большой клубень. И весь беленький. Нигде он не гнилой. Все. Сейчас я ему, конечно, немножко дам подсохнуть обязательно. И потом уберу уже немножко в грунт и в зип-пакет. У меня специально, я подписываю, где на фитильном поливе они у меня лежат, клубешки. Вот отличный, хороший, ничего, нигде он не гниет. Но еще хочу сказать, все-таки, конечно, листики, видите, хорошие, все зелененькие. Вот, все зелененькие листики, нигде ничего у них не загнило, ничего. Но я вот эти листики обрежу, вот эти два листика, наверное, эти оставлю, выкину. А вот эти два возьму. Ну, у меня уж там есть, конечно. Но все равно вот эти два листика я возьму и укореню. Вот два листика я срезала. Это вот просто еще насыпалась земля. Все, и вот эти я два листочка укореню. Еще у меня, видите, вот уже все. Ой, задела еще, вот упал. Все тоже она уже вся отцвела. Все, я буду убирать. Так, вот что хочу сказать. Так, здесь вот так вот и будем вытаскивать. Так, сейчас покажу вам здесь. Вот корешки такие. И тоже так же все листики хорошие. Все вон зелененькие, без всяких изъянов. Так, это авантия. Колокол. Так, сейчас. Это все на фитильном поливе. Так, здесь вот видите, я добавляла перлит, но я не заметила разницу, где у меня просто один агробалт и просто один агробалт. И где агробалт и перлит я добавляла, я не видела никакой разницы. Что что-то лучше растет, что-то нет. Я ничего такого не заметила. Так что можно просто в одном агробалте это сажать на фитильный полив. Так, вот. Вот, смотрите, мои хорошие. Так, все оборву, потому что корешки эти все равно не нужны нам уже. Так, сейчас. Вот. Вот видите? Весь беленький, хороший. Вот отличный клубенек светильного полива. Вот такие дела. Так, еще одна. Вот. Еще одна.
Так, здесь вот все уже, видите, все высохло. Вот. Так, здесь вот хорошие листочки. Но вот здесь вот попортились листочки. Вот они. Вот. Подсохли. Ой, тут аж корни вон черные стали. Почему, не знаю. Но здесь уже у меня стоял, и я просто, чтобы грунт не пересох, уже просто раз ливану, вот так вот. Сверху уже я поливала. Вот. Здесь совсем мокрый грунт. Так. Теперь что хотела сказать. Вот, вот эти горшочки... Это 500 миллилитров. Ну, 500 миллилитров. И стаканчики тоже. Тоже 500 миллилитров. Вот эти стаканчики. А горшочек он девяточка. Я раньше в такие фиалки сажала. Но потом уже люди вроде сажают семерки, восьмерки. А я вот в такие сажала. Ничего у меня цвели. И до сих пор вон они стоят, цветут. Ой, какой клубень здесь большой, шикарный. Ну вот я его держала, вот он уже давно засох, а я его держу. Думаю, пусть все равно, когда уже отцветет, когда просто стоят, чтобы листочки засохли, клубенек же растет. Ой, какой шикарный, прям вообще шикарный. Ой, я даже сама ногтями чуть-чуть задела его. Вон, сковырнула все, видите, он уже ногтями. Вот какой шикарный клубенечек. Так, вот это сейчас что? Так, еще чуть-чуть уберу. Естественно, дам подсохнуть. О, какой шикарный большой клубень. Ой, какая красота. Вот потом, конечно, он и цвести будет хорошо, силы у него будут. У такого клубня. Все, сейчас тоже уберу. Ну, вот и все, набрала я вот грунт сюда, агробалт, немножко влажный. Вот этот сиреневый моя. Я просто сюда ее кину сейчас. Пусть вот так пакетик оставлю. Пусть немножко это... Ну, подсохнет немножко. Вот так вот сделаю. Дальше сиреневая с белым. Это... вот это моя сиреневая с белым. Такая Аванти была. Сюда брошу. Вот. И... крупный, вот это моя глоксиня, здесь немножко я ногтями сделала, это вот такая была, ну, красненькая с белым каемочкой, вот так положу сверху, пусть вот так полежит, немножко пусть подсохнет, и все, а потом уберу уже, так что вот так. Ну, еще раз опять эти покажу, пока у меня, говорю, одни и те же сорта. Вот они все стоят на фитильном поливе. Я уже их неоднократно показывала. Вот они, мои хорошенькие. Все на фитиле. Вот. Так, ну а здесь меня попросили показать. Думали, что, наверное, стоит глоксиния белая махровая. Нет, это у меня фиалочки свадебный букет. Вот, я тоже получила один листочек, вот я их размножила. И у меня еще вот здесь детки стоят. Вот, так что вот такие они. Это свадебный букет. Красивый, мне тоже очень нравится. Но белую глоксинию, я говорю, я же вот заказала мне сейчас, которую посылочка пришла. Вот там мини-белая глоксиния. Вот тут размножил у меня, сколько фиалочек стоят. Никак не могу еще пересадить пока. Вот. Ну и уж заодно покажу. Я вам все говорила, что никак у меня не может распуститься сорт Купава. Вот. Там очень много горшочков у меня, толком не распускаются. Но вот это все-таки одна раскрылась полностью. Вот. Она так покрасивее, конечно, но почему-то некоторые бывают, что поярче, некоторые потемнее распускаются.
В общем, вот наконец-то открылось, а остальные все равно толком не открываются. Так что вот так, мои хорошие. А вот купава стоит, видите, вот с бутонами. Ну вот так пока. Буду надеяться, что распустится. Почему-то с ними у меня сложнее идет. Именно с этим сортом, видите, вот. Ну, в общем, ладно. Всем всего доброго. Пока-пока, мои хорошие. До встречи.